Здравствуйте, рад приветствовать вас на канале Пилот Пикси. Сегодня я хотел бы поговорить о платной версии GoodWay плагин, его значит, версии 5.6, там уже 5, по-моему, идет. Отличнейший плагин, все прекрасно, но у него есть один очень большой недостаток. В течение полета он может запросто вырубить X-Plane. Ну, те, кто смотрел мои полеты, видели, что идет иногда прерывание полета в самый неожиданный момент. Причем производители этого плагина, они знают об этом недостатке и рекомендуют у себя следующее. Вопрос у меня, это их не техподдержки вопрос. У меня сбой при использовании GoodWay. Что они рекомендуют? Прежде чем связаться с нами, попробуйте удалить файл X-Plane Output Preference GoodWay P. Ну, вот это находится он здесь. Так. Папочка Output. Preference. И вот этот файл. Рекомендую удалить. А также удалить папку GoodWay Map, вот эту папку. Я неоднократно делал это, помогает, процентов, наверное, 40 остается от выхода из строя, но полностью проблему не решает. Еще один недостаток появляется при этом. Каждый раз при запуске GoodWay приходится проходить очередной раз лицензирование программы, а у производителя, я так понимаю, что определенное количество лицензий ты можешь вводить, и после определенного числа лицензий выскакивает окошко, что программа не лицензионная. После этого я написал им письмо, они да восстановили мне лицензию, но прошла примерно неделя на ушла неделя на восстановление лицензии. Я делаю сейчас следующим образом. Может быть, кому-то это пригодится. Вот, запускаем плагинчик GoodWay Map. Нам, например, надо составить полетный план для перелета из Москвы, с Домодедово в Пулково. Давайте составим план. Так. Так как я летаю на маленьких самолетах, высота менее 19 500 футов. Итак, план у нас составлен. Здесь мы можем его подредактировать, если у нас есть какая-то необходимость, да, допустим, пролететь через Тверь. Поставим. Смотрим, на каком самолете. На Цесне это будет 3 часа 32 минуты, расстояние 381 миля, высота 10 тысяч футов. Теперь сохранение этого плана, чтобы нам можно было его использовать. Раньше я сохранял GoodWay FlickPlan. Сейчас я сохраняю X-Plane FMS FlightPlan. Здесь я для себя делаю пометочки, допустим, что это Москва. Санкт-Петербург. И сохраняю. После этого я выхожу из X-Plane. Следующий шаг, который я делаю, это убрать GoodWay
из плагинов. Вот у меня в корневой папке Explain 11 я сделал папочку дополнения, в которой я храню всякие плагины, которые могу поставить в любой момент или убрать, чтобы они всегда были под рукой, там, цветность воды и прочие вещи. Так вот, я убираю теперь плагин Goodway в эту папочку для сохранения. После этого я опять запускаю Explain. Так, как нам теперь загрузить план нашего полета в наш навигатор? Выполняем следующие действия. Нажимаем кнопочку FPL и внутренним колесом рукоятки FMS переходим в следующее окошко. Вот здесь у нас отображаются все планы полетные, которые были сохранены. Нажимаем внутреннюю кнопочку и внешней кнопкой выбираем наш полетный план. После этого нажимаем кнопку Enter. Все, полетный план загружен. То есть у нас готовый полетный план. Можно по нему лететь. На этом, наверное, все. Я с вами прощаюсь. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами канала. Всего доброго, до свидания.